Ивановича. Ну там видно, от крови богатыря начинается река. Сам этот мотив, конечно, не сегодня родился. Это какие-то архаические представления древних людей. Вот. А сейчас поем, да, Святогор Иваны. Нет, Святогор просто его называют богат. А как он встречается с Ильей Ивановичем, нашим муромцем? Это, значит, записано Андрей Пономарев, Андрей Федорович, если не ошибаюсь, с Нижней Печоры. У него напев и интересно, я столкнулся, вот я сказал 12 слогов, это общее правило, и я не ошибся. Но вот есть редкие былины, которые, например, вот Пономарев, он половину своих былин, от него там записано, что ли, 6, так вот, былины 3, он рассказывает укороченным стихом, 8 слогов. Вот сейчас я покажу этот напев. Ну и напев, соответственно. Выезжает на старой Илья Муромец, выезжает в Чистополе, заезжает на Святую гору, а на той-то Святой горы, там живет и Святогор богатырь, не несет его сырая земля, а держит одна Святогора. Вот и едет наш Илья богатырь, он по матушке, по Святой горы, наехал на ископыть, ископыть лошадиная, не великая, не малая, шириной будет 2 аршин, глубиной ему до пояса. Наш Илья, сын Иванович, он поехал и по ископыти, он наехал там богатыря. Достает наш Ильюшечка свою палицу буевую, которая весит 90 пуд. Он задел того богатыря по его топу буйной головы. А богатырь едет, не стрехнется, един волос не ворохнется, из речей выговаривает, что-то нету ветру буйного, а по что шишки падают? Достает наш Илья богатырь свою саблю он вострую, тычет он богатыря в яко в боки белые. Едет богатырь, да не стрехнется, на нем волос не сворохнется. Вот нонче, говорят, дуют ветры буйные, а по что комары кусаются? Оглянулся Святогор богатырь, так не комар, то пескучая, богатырь тот могучая. Говорит ему Святогор богатырь, ты удалый добрый молодец, не своей дорожкой ездишь ты. И схватил он Ильюшечку за его зажелтый кудря, посадил к себе в правой карман, и со душой, со добрым конем, со доспехом богатырским. Едет тот Святогор богатырь, он недолго, не коротко ли, недалеко и не близко же, уж он ездил трое суточки, его конь подтыкается, Святогорик ругается, волчья сыть, травяной ты мешок, шо ты это потыкаешься, рылом в землю опираешься, надо мной надсмехаешься. Говорит ему добрый конь, он говорит русским голосом, ты хозяин мой ласковый, не могу я 3 души вести, ты ведь нонче и сам едешь. Да богатыря ты на мне то везешь, богатыря со добрым конем, не могу 3 души вести. Богатырь был догадливый, достает Илья Муромца из кармана-то из правого. А ты будь мой меньший брат, а я буду твой старший брат. Тут они побратались и поехали по Святой горе. Ну, это про Святогора бывает.
про знакомство Святогора с Ильей Муромцем. Там еще есть былина про смерть Святогорову. Ну, это интересно. Вот. И про общение Ильи Муромца со Святогоровым батюшкой. Ну, это другие были. Вот это так.